подходим к пешеходному переходу. Здесь висит знак, да, и все, больше ничего нет. Ни светофора, ничего. Ну да. Степан Волков, инвалид по зрению, ориентируется в пространстве по звукам, так и дорогу переходит. Ждет, пока все машины остановятся. Ну, он сейчас остановился, бедняга. И что, переходим? Да. Бендеры пешеходные на улице Суворова. Здесь общество слепых и предприятие «Маяк». Незрячие делают прищепки и метелки. На работу добираться непросто. Путь, остановка, тротуар, зебра. И никаких светофоров. Поток машин большой, центр города. Кто останавливается, кто не останавливается. И в свое время у нас был тут светофор, поставили. И когда в парканах случилась авария, там девочку сбили. Его сняли, поставили туда. И на этом, и больше с тех пор нам со светофорами не подходили к нам. Больше звуковых светофоров для незрячих. Хотят установить на перекрестках в Тирасполе, Бендерах и Рыбнице. Вопрос обсуждали в правительстве. Деньги планируют выделить из бюджета 2023. Инвалиды говорят, такие светофоры давно нужны. Оборудование несложное. Но стоит обычный светофор. Как он работает? Зеленый, красный, да? Параллельно лампочкам подключается любой звуковой сигнализатор. Зеленый свет звучит сигнал, можно идти, красный — тишина, стоим. Удобно. Такой светофор есть в Тирасполе по Горького. В этом районе живет много инвалидов по зрению. Больше уверенности в то время, когда переходишь дорогу. Страховка, естественно. Не думаешь о том, что сейчас есть такие автомобили, которые на аккумуляторах работают, их не слышно. Пока так исправляются, ждут перемен. А 15 октября незрячие отметят День Белой Трости. Они с ней по жизни. Будет большая программа. Турниры по шашкам, турниры по шахматам, по легкой атлетике, по настольному теннису, по торболу, по настольному теннису для тотально незрячих. Двигаться вперед даже на ощупь. Незрячие говорят, главное, чтобы условия были. Так несколько лет назад в Рыбнице появилась плитка Брайля. Вертикальные полоски – путь, точки – пешеходный переход. Помогут ориентироваться по городу и звуковые светофоры.